Мы наконец-то придумали способ удержать нашего демона за рога, чтобы она рога свои не снимала и хотела стать ангелом снова. И у нас тут леший еще. Короче, что, с днем рождения? Меня. Да, нам годик, нам всем, нам ура! Всем. Ура! Нет, наши рога семьи. Убежали. Как ни крути, просто. Тебе сейчас будет монтаж. Да, подожди. Сорян, Виктор, танцы. Она нашла способ, ты понял? Офигеть. А чем тебе так рога не нравится? Потом подождешь и расскажешь, там, что такое с рогами не так. Ты Малефисенты сегодня. Ну ладно. Я нашел способ. Ладно, все. Ладно, пусть вот так. Вот так. У тебя теперь будет чокер такой модный. Ладно, в общем, у нас сегодня дочь Малефисента, наш маленький деваленок. В общем, сегодня, наконец-то, нам годик. Просто невероятно. Я вчера чуть не родила. Повтор на Мику. Это было бы, конечно, ну не хотелось бы, чтобы две сестренки в один день. У каждой должен быть свой день. Вот сегодня да. Микин день. Я надеюсь, что я сегодня не отъеду никуда. Там да. Будет брат. Надежда умирает последней. Нам сегодня годик. Это уже третий раз она, по-моему, говорит. Я понимаю, что у беременных деменция. Время пролетело очень быстро, на самом деле. Как будто я только вот вчера родила. И сегодня уже Мика ходит, болтает, лялякает. Она курит палку, кстати. Нет, Роберт вообще в розыске. Роберт в армию скоро пойдет. А Мика, это Микаэль. Микаэль в армии. Хорошо, что у нас есть Микаэль. У нас что-то все отпадает, и у тебя страшно, чтобы на меня что-нибудь не упало. У нас просто замечательный торт. Это крем-чиз с черникой и... И с Микой. С черникой и с Микой, все да? Все логично. Вот. Очень вкусно, нереально. Я хочу его попробовать. Давайте очень попробуем. Вкусно, нереально. Я хочу его попробовать. Обращайтесь. Да, это у тебя деменция, по-моему. Ой, дали? Бабуська, ты уже взрослая, господи. Везде еда. Я съем Малефисенту. Вообще-то это Анджелина Джоли. Буду есть Анджелину Джоли. Анджелина Джоли, напиши мне, пожалуйста, в Инстаграм. Поговорим о твоем еденье. Она решила управлять огнем. Как обычно, ест он, но нам не дает. Как твои рога. Ну все, дочь, с днем рождения тебя. Мы тебя очень-очень любим. Третий раз. Ну вообще устраиваем день рождения, только чтобы торт поесть за тебя. Да. С днем рождения. Возьмите какую-нибудь. Анжелочка, вот ты, я тебя вот нашел. Анжелочка, давай поговорим. Анжелочка.